Одна из таких проверок сегодня прошла в Красной Поляне. Здесь вот в такой искусственной заводе уже сконструировали деревянную купель в форме креста. Для спасателей и медиков, которые сегодня и завтра будут дежурить у специально оборудованных водоемов, еще раз проводят инструктаж. К ним во время массовых крещенских купаний присоединится полиция и казаки, будут охранять общественный порядок. В управлении гражданской обороны еще раз напомнили, что места для купаний должны быть оборудованы раздевалками и пунктами обогрева, а также о мерах собственной безопасности. В воду нельзя заходить в алкогольном опьянении или имея хронические заболевания. Волнение на море тоже повод задуматься. По прогнозу у нас сегодня 3-4 балла, возможно, шторм, поэтому без особой необходимости, думаю, что не стоит рисковать своей жизнью. Повторяю, что можно и лицо умыть, и руки умыть. Без крайней необходимости, конечно, при шторме желательно не купаться в море. Массовые купания запланированы на сегодняшнюю ночь и завтрашнее утро. А вот спасатели, которые в это время будут на дежурстве, окунулись в ледяную воду уже сегодня.